Христос воскрес! Дорогие отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю вас с Пасхой Христовой и с престольным праздником нашего кафедрального собора, с праздником, значимым для всей Осетии, для всего христианского мира, с памятью великомученика, чудотворца и победоносца Георгия. Мы называем его победоносцем по той причине, конечно же, что он подражает своей победе над грехом и злом Христу. Действительно, он носил очень высокий воинский чин и в битвах был победоносен, но мы прославляем святых не за их мирские деяния. Это дело историков, это дело благодарных граждан той страны, где живет тот или иной воин и полководец. И действительно, в эти дни, которые сейчас предшествуют 9 мая, мы видим, что мы наших победоносцев, которые с победой вернулись домой, чтим, вспоминаем, множество фотографий по городу видим, всматриваемся в лица этих победоносцев. Вот таким же человеком в жизни был и святой Георгий. Но, конечно же, это не основание для святости. Человек может быть очень одаренным политиком, полководцем, но, опять-таки, это не основание для святости. Святость – это причастие к Христу. Святость – это причастие к победе, победившей мир, вере нашей христианской православной. Победитель смерти – Христос. И те, кто вместе с Ним побеждают грех, а стало быть и смерть, потому что смерть пришла в наш мир как следствие греха, те являются подлинно победоносцами святыми. И вот святого Георгия мы почитаем за это. Он предстательствует за нас перед Богом во вся дни нашей жизни. Все, кто живет в Осетии, все, кто живет в Москве, в других местах, где на гербе города изображен святой Георгий, чувствуют его заступление и помощь. Видят его поражающего греховного змея, сатану дьявола, который искушает нас своим победоносным кораблем. Но особенно, наверное, мы чувствуем его заступление и помощь в наши дни военные, когда приходят вести с фронтов, когда приходят радостные, а иногда и горькие вести, когда наши братья отдают свою жизнь за победу над врагом. Мы, конечно, молимся особенно святому Георгию, чтобы он сохранил наших воинов от смерти, ранения, плена, и вернул с победой поскорее домой. Мы молимся о победе. И правильно делаем, потому что церковь не является чем-то отделенным от общества. Мы – это и есть Россия, это и есть наш народ. Православные христиане, как соль земли, должны особенно усердно молиться о победе. Но, дорогие мои, мы все с вами должны очень хорошо понимать, как я уже сказал, что победа на поле брани, победа военная – это еще половина дела. Самое главное, какими мы будем после победы? Кем мы-то станем? Что в нас изменится? Неужели мы успокоимся и опять заживем, как прежде? Я думаю, это было бы очень обидно тем людям, которые вернутся оттуда. Мы должны измениться. Мы должны в себе сделать усилие, чтобы в сердце своем победить грех, победить леность, победить жажду к неправедному приобретению, победить блудные грехи, победить осуждение, остяжать то, что является признаком подлинной победы над грехом. Веру, терпение, целомудрие, смирение. Все то, о чем мы молились в молитве Ефрема Сирина в Великих Постов. Душа целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви. Вот о чем мы просили Господа. Это и есть признак истинного победоносца. Того, кто со Христом и со святым Георгием поражает греховного змея, который приразился ко всем, каждому из нас. И каждый из нас должен эту победу одержать. И вот если следствием победы на поле брани будет победа над грехом в нашем сердце, тогда мы можем надеяться и верить, что смерть всех тех людей, всех воинов, которые на поле брани душу свою сейчас полагают, будет не напрасной.
потому что мы должны воссоздать на нашей земле святую Русь, не просто государство российское, мощное, победоносное. Мы видим, как рухнула Российская империя, как рухнул Советский Союз, как рушатся империи. В чем же причина падения империи? В том, что внутри завелась червоточина греха, и люди перестали любить друг друга. Люди стали заботиться только о себе, о своем достатке, презирая своих ближних. И эта червоточина разъела великие государства. И мы читаем в истории о множестве империй, но их уже нет, даже тех народов нет. А народы, которые хранят веру православную, существуют по сей день. И дай Бог, чтобы у нашего народа, всей великой России, нашей Осетии, всего православного мира было великое будущее со Христом. Чтобы мы приняли ту победу, которую Христос принес нам в мир, победу над смертью и грехом. Возрадовались вместе с Ним об этой победе. И старались, чтобы ни один день нашей жизни не проходил впустую. Чтобы каждый день в том сражении сердечном, которое начинается с утра и кончается поздним вечером, поскольку враг от нас никогда не отступает и что-то нам внушает, мы были победителями всегда. Тогда-то подлинно мы будем собратьями святыми, братьями ангелов и братьями Христу, потому что этого хочет от нас Господь. Он говорит своим ученикам: вы уже не рабы, вы друзья. Дорогие мои, как бы нам, наверное, хотелось, чтобы каждого из нас Господь назвал своим другом. Не просто рабом, не ключевым, а другом. Но дружба стяживается чем? Дружеской любовью. А Господь ясно говорит: кто любит меня, тот заповеди мои соблюдает. Так станем же друзьями Господа и сопобедоносцами, тем, что исполним заповеди Христовы в нашей жизни по нашим силам. А что не по нашим силам, но мы прилагаем усилия, то Господь восполнит непременно. Старец Паисий Святогорец как-то сказал: нужно сделать возможное, чтобы Господь сделал для нас невозможное. И все возможно верующему, сказано в Священном Писании. Эти слова не противоречат друг другу, а дополняют друг друга. Все возможно, потому что Господь всемогущий, потому что Господь победитель смерти. Дай Бог, дорогие мои, чтобы и мы сейчас, радуясь на Пасху, радуясь на наш престольный праздник, эту Христову радость в своем сердце сохранили, и никогда она бы не замутнялась грехом. Чтобы это ясное небо, ясное солнце, которое сияет в нашей душе после причастия, никогда греховными тучами не затмевалось. Храни вас Господь, дорогие мои, с праздником! Христос воскресе! Христос воскресе! Вишни Райгар!